Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как включить ночной режим на устройстве Doggy S50. Для этого вам нужно перейти в верхнюю панель, и здесь имеется такая опция, как Live, и это и есть ночной режим на данном устройстве. Также у нас имеются некоторые его настройки, такие как интенсивность этого режима. Также имеются некоторые настройки интенсивности режима неночного, настройки цветовой палитры и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!